Всем салам, ребят, с вами, как всегда, на Литейне, ребятки. Сегодня самое позорное видео на моем канале. А почему оно позорное, вы узнаете в ходе ролика. Ну, а вам всем, ребятки, приятного просмотра. Смотрите обязательно видео до конца, потому что... Я в конце очень сильно сгорел. Сегодня у нас будет жесткий турнир, спонсорами которого является GG-шка. И сегодня мы сражались как львы. Наша команда Уничтожитель Нефоров сегодня показала... Какие уничтожители Нефоров. Всем приятного просмотра, ребятки. Всем приятного аппетита, запасайтесь чем-нибудь вкусненьким. И погнали к ролику. Так, то есть у нас, получается, начинается турнир. И мы выбрали эту сторону. И мы, ну, готовы проигрывать, я правильно понимаю? О, ручки-то потеют. Ручки потеют очень сильно. Нет, брат, мы не готовы проигрывать. То есть мы в ноль выносим сейчас. Мы сейчас выносим их реально в нули, но, брат. Все, брат, полетели. Как говорил мой лучший друг под столиком... Это Saints, man! Надо на разминке сразу показать, что мы мужчины, брат. И мы должны их размять на... А почему я один-единственный загрузился? Пацаны, катка уже стартанула. Таян! Он с дигла меня убил. Тупоголовый! Смотри, у них первый раунд, если будут диглы, мы просто их берем, взрываем. А что, я диглы взял? Можем под флешку в темку залететь. Я не знаю, будет ли темку кто-то стоять, но да ладно. Я дам дальнюю смог. Как и обещал, первый раунд для Нави будет последний. Гранатка пошла, еще одна гранатка пошла. Владмикс ждет, соответственно, видит ребят. А вдали стоит. Все, хая просрали. О, за стеной. Владмикс убивает Нави тренера. У нас Мангана остается с диглом. О, вот эта голова была только что поставлена. Хорош, Владюха. Брат, ну тебе надо было убить его на плюсовой. У него минус 80 было, второй тебе в спину шел. Мангана агрессивно играет. На упоре. Вон он, вдали, видел? Забрал. О, он по 90 взял нормально, слышь, по 90 взял. Ой-ой-ой, Мангана сразу поставил в голову. Брат, ну зачем? Тебя выбить надо на пленту этого. Брат, ты можешь, ну типа, говорить, что надо купить, но не покупать, надо обговаривать, понял там, ну, с тиммейтом своим. Тогда я форс буду, я с диглом пойду. Че, тупой! Так, с диглом. Я представляю, я прям слышу, как мага на него кричит за дигл. Идем, выйти, Темка, я тебя попытаюсь разменять. Слышь, пика лево. Хорош, разменял. Убивает мага, соответственно. У-ху! Фулиуса выбил. Как? Как? Три патрона в голову! Чуть-чуть не хватило, Но Владмик все равно забирает 3-0. Ты бы видел просто, в каком я полете вылетел на Фулиуса. Он там явно обокакался. Не, это неадекватная игра, чувак. Ну я не знаю, я по 350 взял. Все, я дробь беру, короче. Вот сейчас это будет неожиданно. Темка будет флешка, я пошел темку. Убежал. Ну как? Брат, в домике авик лежит. Ты что, тупой? Брат, ну так, крайние меры. Где? Да как? А, засали. Смотри, что он делает. Что он делает? Убил. Найс. Yeah. Как он без инфы пикает? А, наверное, он слышал меня, типа его тиммейт. Какой бай будет? Че, тупой? А, ну бери калаш и армор маленький, и хаешку. Идем, просто плюсовую темку. Возможно, абик мы взяли, и темка будет пикать. Ну, типа, либо простые. Есть темка, видел? А, он убежал. Нави забрал. Ну он стоит, играй, брат! Карман второй, там я калаш понял. Мой. Че с фабом, чел играет, боже. Брат, я сказал, плюс В темка играй, плюс В темка. 5-0. Погнали, дай хае. Тебе хаешку надо, типа, дать, которую темку заходит. У тебя по 90, иди первый, просто я тебя попробую разменять. Вынес, славница. Ни один патрон, тихо. Planting. Bomb has been planted. Я не видел. Я не знаю, ну чё? Найс! Лучший просто седой! Ух! Один в два заточил. Он на кэтреле что ли перемещается по карте? Я пропрыгнул! Я пропрыгнул через это ребро! У меня просто персонаж через это... Головой застопился. Я его прострелил хоть? Я его и не прострелил. И ты в него не попал, да? Отойди! Хаешка сейчас будет, тихо. Либо они засели, что-то делают непонятное. Авик. За сайтом, пробегай. Смотри, аккуратно, Тёмка, смотри. Как в карман перейдет, если перейдет в карман, скажи мне. Оба сайт перейдет.
Нави забрал. Лучший. Я голову даю. Я голову даю ему! Собака ебаная! Ебаный дробовик говна! Что за игра, нахуй? Отлично. Просто кайф. Смотри, где-то справа СП-90 стоял. Где-то справа, оттуда хаешку даем просто этому типу. Фабом бери. Там Владимир с Савиком, если не ошибаюсь, и нам только темку пушить. Калашек, надо тебе? Нет. И мне не надо. После такого турнира, мне кажется, Нави тренер больше теперь не диглы будет ненавидеть, а дробовики. Ты можешь дать энтри, один, пожалуйста, брат, в темку? Слева стоит, он слева просто стоит, Опа-на, пушат темку, походу, дядь. Да, пушат темку. Хорош, еще один. Найс! Бум, просто! Он просто стоит, как крип, он просто стоит. Ой, убивает двоих, подпрыгивает. Ну, 8-0. Чисто 10 тысяч баксов на балансе, Манган берет фаму. Да-да-да-да-да. Но у Маги, тем не менее, есть, соответственно, АКР, есть и шанс. Отца, скорее всего. Нави меня убил, блин. Все, забираю свои слова назад. Такого сценария не было. Он дал мне 48! 48 он мне дал, понимаешь? На второго инфу бы. Да зайди, зайди, зайди! Ленчер. Да зачем убивать надо? Вон идет! Блин! Ах, не сделали обещанное 10-0, ну ладно. Соло получается от Нави тренера, забирает он минус 2, делает, тем самым начало положено, 8-1 есть, смена команд едет. Мы уже думали, что этого не произойдет, но как видите, прям последний раунд такой на десерт. Ты вообще не тренировался, что ли, перед игрой? Они пробежали уже. Пошли, пошли, пошли. Нас лучше. Тёмка двое. Одного кот. Без головы. Лол хп, лол хп. Фигово, фигово, фигово. Найс, найс. Все, брат, я лол хп. Иди сюда. Он в даме с диглом. Давай, я приду. Но я лол хп имею в виду. Найс, меня просто подорвали. Хорош. Нафиг я пришел? Заткнись, рот. Ты сам такой. Перезарядись. Где он? Домик. А, да? Ой-ой-ой, не вовремя. Хорош, найс. Кстати, ребятки, чуть не забыл сказать вам то, что GG-шка, самый нереальный сайт, приготовил для вас халяву. Короче, заходим по ссылочке в закрепленном комментарии, нажимаем на ящике сверху справа промокодик и вводим промокодик, который будет в закрепленном комментарии, и на халяву просто бесплатно открываем ящик и лутаем халявные скины. Всех жду на GG-шке. Пошел камбэк, 8-2 у нас. Я вообще не ожидал этих хаешек двух. Да, дура, бери, я армор возьму. Идем, лонг пробегаем. И хаешку даем в домик. И стой, карман, я пойду темку. А, ты фулбазил? Ты вообще больной? Ну я больше по той тактике не пойду, как я пошел. Две хае мне в рот прилетело. Сожрал просто. Дай хае. Сверху. Второй вдали. Они рашат, дядь. Я говорю, они все. Лонг рашит. Да, сверху, верхнюю возьми, я отбегаю. Прикрой. Дал ему, убил. Нихера себе, меня Нави тренер просто с юспа разнес. Нави тренер забирает. У нас Владмикс остается один против двух. Все, уйди, да, уйди. Давай под размен, я тогда ребра, ты в темке будешь. Ну, ты за дробашом. Тебе лучше в темке стать, а я в ребрах. А он вдали стоит, все, не пикай, но за иглом. Все, стянул. Да, он за домиком, видишь, я его свечу. Ну все, не пикай, пусть сам придет. Да, я бачу его. Иди сюда, в темку иди, я ребра пойду. Давай. Тебе тут просто легче будет играть. Просто стой в закрытую, даже не пикай. Лонг. Подходи поближе. А сейчас тап можешь мне поставить, я не буду пикать. Пропрыгивай. Один патрон, я ему минус 18 давал. Ай-яй-яй. Красиво сыграно от уничтожителей на самом деле. Мне понравилось, классно они все это придумали. Чё ж Дигл взял, да, тупоголовый? А чё молчим, а? Все идет не по плану. Так, сейчас. Ага, ничего смотрим. Не бай, кроме армора, также экономично. Да, все так же, так. Я темку встаню. Я кидать, конечно, нет смысла так, потому что нас видно. Они простреливают вдвоем. Есть инфа? Если лонг буду топать, скажешь, я выйду хаеду. Домик. Лонг топать. Сыр. Буду, скажешь, я хаешку дам. Давай. Один за боксом стоит. Да, пиксельмен стоит. Бай. А второй видел, да, домик пиксель? Угу. Идет. Давай, хае.
стой. Идет, идет, давай, оба. Давай. Давай, давай. Выходим. Слева. Не! Найс. Есть, хорош. Отлично. Все, еще раунд забираем, все. Закрыто. Специально улетают два тиммейта с команды уничтожителя. 59, 59 дал. ХАЕ есть? Что, у тебя нет ХАЕ? У тебя нет ХАЕ? Бро, ты как бот. Я клянусь. Выходим, выходим. Это не значит, что ты стоишь и стреляешь. Это значит, выходим. То он что-то вообще сглупил, сейчас взял спас и на дальнюю дистанцию пошел стрелять. Давайте я флешку дам, Стёмку залетишь. Давай, 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 давай. Ты 1-10 идешь, алло! Брат, я не знаю, как можно 1-10 играть, я спал весь день, у меня первая игра. Минус. Лучший. Тренер. Ну ты слышишь, Стёмка, прострели! Ай-яй-яй-яй, убивать надо. Минус! Хорош. Ебось, просто мы с тобой так идеально отыграли, прям 10-11 киллов. Не, брат, ты такой бот. Какой 1-10? Найс, победа наша, брат! Поздравляю тебя с первой победой, Мангана. Поздравляю тебя, Владосик. Это был красивый бой, красивый бой. Привет, ребята, ну что вы, как вы? Как так получилось? У меня чел в тиме! 1-11 Он за КТ сторону! При счете 1-9! Авик покупает! Авик 1-9! Чет! Он Авик берет! Он, я не знаю, в Терминатора превратился или что! При счете 1-10! Беру АВП! Решение команды просто гениальное! У типа АВМ Treasure Hunter! АВМ Treasure Hunter! Я не знаю, на какие он школьные обеды его купил, но он купил себе прям в последнем раунде АВМ Treasure Hunter! Когда у нас 1-9, он мне в Дискорде говорит: Тёмку идут! Я иду простреливать! Умираю! У меня тип Савик! Извиняюсь, что я тоже сюда зашел. Фулиус, руина, Фулиус. Фулиус, фу, фу, руинер. Я все понимаю. Я спал 3 часа, проснулся, у меня первая игра, я сонный. Я сделал больше, чем он. Ну ладно, винить его не будем. Мага, ты просто за меня сыграл. Хоть он и лох, но винить его не будем. Спасибо огромное за игру. Вот честно, с любым из них 1-1 вышел бы. Любого бы разнес. Но если у тебя тиммейт, ну тиммейт, что поделать? Мага, ты просто мою скиллуху забрал. Мага, ты лучший, брат, ты лучший. Фолиус заруинил, я считаю так. Слушай, Маг, а что ты дигл взял на предпоследнем? Мы все видели. Я не взял, я в записи у меня, увидите? Я, ну, его подобрал и говорю: чё с диглом? А чё лежим? Потому что они говорили, что они будут с диглами всю катку, но при этом, когда они доставали дигл, они просто брали и... Ну, вы поняли. Мага, всё будет хорошо. Дигл топ. Слышишь ты? Так, полностью поддерживаю. Просто, ну, честно, две сильные команды изначально попались. Ну, я так думал, но не знал, что Фулиус настолько лох. Ну, типа, я думал, он, ну, получше играет. Брат, ну ты просто скиллуху забрал, я еще раз говорю. Я понял, как против него играть, но только в последнем раунде. Вы тоже брали дробовики? Типа, контрпик? Брат, ну ты хотя бы 7 фрагов дал, в отличие от некоторых. Нет, давайте, честно. Вот давайте 1-1 с любым выйдем, и мне призовые все отдадим. Пошли со мной. Да иди отсюда. Ты проиграл уже заранее. Иди умойся, иди поспи. Я не твоя мама. Ладно, все, спасибо за турнир. Я пошел. Не расстраивайся только. Не расстраивайся. Знаете, как вот это вот из мема. Да, не расстраивайся. С позором смотрю на себя, и мы проиграли данный турнир, но хочу сказать одно. Спасибо за турнир, и Фулиус лох. Смотрите обязательно предыдущее видео, ставьте лайки, а я пошел плакать. Всем пока.